хорошая боевая игра, уровень плей-офф команды. Рядом идут, поэтому всем нужны очки. Я думаю, все это понимали, поэтому упорная игра. Такой как бы вектор задали от этого хоккея плей-офф. Я думаю, надо за него держаться и дальше переносить на следующую игру. Как ты себя вообще ощущал перед матчем? Потому что так получилось, что сегодня практически вот такой самый важный матч, наверное, на данный момент, да, был там за борьбу, за плей-офф. И вот у тебя, получается, ты вышел со старта играть этот матч. Да, спокойно готовился, как обычно. Никакого там особой важности матчу не придавал. Просто делал те вещи, которые мне помогают в игру войти на протяжении всей игры, концентрировался на правильных вещах. Поэтому старался держать хладнокровие, придавать уверенность защитникам, чтобы они чувствовали уверенность. Я думаю, все нормально получилось. Как вообще удается вот держать себя в форме? Получается, играешь не часто в этом сезоне, да? И вот выходишь и показываешь такой хороший хоккей. Сегодня столько было спасений. Как вот удается, за счет чего? Подготовка, анализ. Понятно, что когда играешь игры подряд, там все идет один за другим, ты ни о чем не думаешь. И вот когда наступает пауза, важно обратно возвращаться вот в эту вот игру, когда ты ни о чем не думаешь, у тебя есть только шайба, только нынешний момент, и вот тебе ее надо поймать. И так потом по новой и по новой. Вот, а если какие-то там лишние мысли о чем-то думать во время игры, ничего хорошего не будет. Вот я стараюсь просто концентрироваться на следующем броске и все. Сегодня первый период Амур очень сильно провел. Было ли это неожиданностью для вас? К чему вообще тренеры готовили с первых минут? Сказали, хороший старт, очень внимательно. Но Амур, что им оставалось, они играют дома с принципиальным соперником. Понятно, они побежали вперед. Нам где-то нужно было хладнокровно сыграть в обороне, остудить их немножко, так сказать, чтобы игра перешла там в нейтральное русло и потом уже гнуть свою линию. Я думаю, у нас получилось. Насколько вот тяжелый момент был, когда забили они, в принципе, шайба такая была нелогичная, и потом еще и вот это меньшинство на последних минутах. Как вот этот момент? Да, опять же, абсолютно спокойно к этому отнесся. Это хоккей. Голы забивают все, кто-то ошибается. Нет такого, кто без ошибок играет. Поэтому, ну да, не забили, но все, уже ничего не изменить. Нужно играть дальше и уже концентрироваться на моменте, который будет дальше. За счет чего сегодня вот Сибири удалось победить, взять реванш? Я думаю, мы хотели больше сегодня. Именно вот это вот желание, борьба на пятаке, когда туда приезжают игроки и просто их оттуда выносят, чтобы мы сразу обозначили, что сегодня легкой прогулки у Амура не будет, что мы просто так ничего не отдадим.